Вот так раскиданы дрова. Вчера вечером привез. Теперь они валяются во дворе. Ну хорошо, хоть теперь мне не надо переживать, что будет холодно. Теперь эти дрова стоят не 7 тысяч, а 8 тысяч. Короче, моя пенсия валяется на снегу, потому что пенсия у меня 8 тысяч и плюс доплачивают где-то 2 с чем-то. Вот так жизнь течет своим руслом. Дрова, дровишки, и будет тепло в доме.